Сьогодні ми познайомимо вас з Сергієм та Євгеном. Обом хлопцям по 15 років. Сергій любить комп'ютери, цікавиться інформатикою. Колись було у нього бажання стати програмістом, але зараз Сергій хоче пов'язати своє життя з мистецтвом кулінарії. Прагне стати професійним кухарем. Євген має дуже сильний характер, може настояти на своєму, справедливий. Серйозно займається спортом і в майбутньому бачить себе професійним спортсменом або ж тренером. Хлопці дуже різні за характером і світосприйняттям, але об'єднує їх бажання бути потрібними родині, мати захист і любов з боку дорослих людей, і мати можливість дарувати свою щиру любов тим, хто не буде до них байдужим. Сереж, расскажи, пожалуйста, о том, что тебе вот по душе, что тебе нравится делать? Ну, мне нравится рисовать разные. Так. Если у меня был тот друг, я, он меня научил рисовать граффити. Если я чуть-чуть рисую его. Это мне больше всего нравится. Граффити, ну это интересный такой вид искусства, но ты же знаешь, да, вот бывают граффити такие хулиганские немножко, да? Я как-то на тетрадках рисую. Граффити тебе стиль такой нравится, да? Да? А что еще вот ты любишь рисовать? Ну, баллончики для... Ну, я пытаюсь что-то нарисовать, чтобы для граффити подходило. Угу. Для надписи разные. Понятно. Так, а что еще? Вот в школе, допустим, тебя что-то увлекает из предмета? Да, информатика. Да. Вот, в прошлый раз, когда мы с тобой встречались, мы говорили о том, да. Что да, тебе нравятся компьютеры. Это было год назад, летом. Да. За год, наверное, что-то изменилось. Ты стал более опытным человеком в этом деле. Да. Так, а ну-ка рассказывай мне. То, ну, я сейчас уже давно за компьютером не был, потому что времени не было, как бы. Так, а чем же ты занимался, что времени не было? Наверное, учился еще чему-то интересному. До уроки, ну просто до уроки я хотел уже пойти в какое-то училище из 9 класса. Ну, чтобы уже на более какую-то ну, профессию. Мне что сейчас же? Больше хочется пойти на повар-кондитера. Так, а почему? Кто тебя увлек этой профессией? Ну, друзья, потому что я заметил, что мои друзья уходили и говорили, хорошо там учиться, немає проблем. Вот так не як сразу все получився в 9 класі, сразу за один год надо 10 і 11 клас. Там більше, більш так внимательні і не сразу нагружають, а так постепенно. І більше понятні. То есть в училище і да. В вечірній школі, да, там да. Спокійно, нормально, хороша програма, да? Хорошо. Ну, кроме того, що там хорошо і комфортно твоїм друзям, да, наверное, все-таки для того, щоб бути поваром-кондитером, надо это любить і чего-то уметь да. Уже изначально. Що ти умієш? Мені більше нравиться, ну, каші готувати, тому що на кострі, тому що вони якби ну, на кострі димом пропитуються і тоді аромат і вкус більш такий тонкий. Здорово. А ты согласен с тем, что мужчины все-таки лучшие повара? Ну, я с ним согласен и нет, потому что вряд ли якийсь мужик может, ну, мужчина может приготовить что-то такое, что женщина может. Ну, а у кого фантазии больше в приготовлении блюд, ну, у мужчин или у женщин? У женщин, я с ним согласен. Так, хорошо, это интересно. А как ты видишь свою будущую жизнь, вот взрослую жизнь? Ну, работаю десь в якомусь, ну, в ресторані десь так, щось готовлю. А хочеться відкрити своє діло, вот, щоб ти був хазяїном всього і готовив теж для гостей? Так. Да. А який би це був ресторан? Вот, який він буде? Що там буде? Яка буде твоя авторська кухня? Ну, буде в мене домашня. Я домашнє більше люблю. Каких бы ты гостей хотел видеть у себя в своем заведении? Ну, добрых, яким нравится все. Ну, и что нормально понимают. Это будет такой вот семейный бизнес. У тебя наверняка будет семья. То есть ты хотел бы, чтобы рядом с тобой работала твоя будущая жена, допустим, твои дети потом, когда-нибудь? Конечно. Тебе бы хотелось, чтобы твой будущий бизнес был семейным, чтобы рядом с тобой, вместе с тобой работала твоя будущая жена, твои дети когда-нибудь? Конечно. А сколько бы ты хотел детей? Двух. Мальчишек, девчонок или девочку-мальчика? Девочка и мальчика. А почему ты считаешь, что это вот идеально? Ну, потому что, чтобы...
Я, ну, мальчик и девочка, как бы, полностью делать семью, чтобы, как вам сказать, ну, было больше, более комфортнее, так общение было. А что такое хорошая семья, по твоему мнению? Ну, хорошая семья, что понимает, ну, в трудную минуту может что-то дать, помогти. А счастливая? Ну, счастливая, как бы, ни ссоры, ничего немає. Ну, то же самое понимание, взаимолюбовь разная. Себе, пожалуйста, какой у тебя характер, какие у тебя увлечения, чем ты любишь заниматься? Я люблю заниматься спортом, бегать, ну, футболом. Так. То есть ты такой за здоровый образ жизни, я думаю? Да. Да? А тебя твои друзья, твои приятели в этом поддерживают? Да. Да? А вот как ты думаешь вообще, вот знаешь, среди подростков, ну, вот интересно ж людям, да, там, попробовать первую сигарету, может быть, где-то там пиво выпить. Вот как ты считаешь, вообще это интересно и правильно? Не знаю. А, ну, вот если бы, допустим, давай такую ситуацию смоделируем, да, вот пофантазируем немножко. Здесь сигареты лежат, да? Вот интересно попробовать, как это, какое ощущение? Не знаю. Хорошо, ладно. А как ты вообще относишься вот к тому, что... к курению, к алкоголю? Колись курив. Так. Колись. Ага, то есть у тебя уже опыт есть, да? А как бросил? Потому что, знаешь, некоторые люди... Сюда он приехал. Да? Да. Тут что, просто не было такой возможности или ты сознательно это сделал? Сознательно. А спортом ты занимаешься? Я смотрю, что это, ну так, в принципе, такое вот силовые какие-то упражнения, да? Да? Приятно быть сильным? Приятно быть сильным? Да. А для чего сила нужна мужчине, молодому человеку? Не знаю, там за девушку постоять. Там за самого себя, когда старший там полезет. А как ты думаешь, конфликты, какие-то конфликтные ситуации лучше и, допустим, ну, более конструктивно решать силовыми методами или все-таки договариваться? Можно договорить. А в каком случае можно договориться, а в каком все-таки необходимо, вот просто необходимо силу применить? Не знаю, но если там первый полис, або удары первый, можно дать сдачи. А договариваться можно в каких случаях, когда что происходит? Спорка там, поспорился с кем. Можно перед друг другом извиниться. А как ты считаешь, вот извиниться, да, признать свою ошибку, скажем так, свое неправильное действие, это проявление силы? Не знаю. Ну, наверное, да, да, просто силы не физической, а моральной, правда же? Да. Что тебе нравится в школе? Ты учишься в школе, какие-то предметы нравятся, увлекаешься чем-то? Да, физкультура. Так, физкультурой, понятно. Тогда уже следующий вопрос о будущей профессии. Возможно, если ты так любишь спорт и физкультурой увлекаешься, не было ли мысли о том, чтобы поступить в учебное заведение и продолжить вот эту вот стезю спортивную? Было, на футбол. Да. Ну. Стать тренером или учителем физкультуры, с детьми работать или со взрослыми? Тренером. Что для этого нужно? Не знаю. Футболом заниматься. А футболом заниматься это, конечно, хорошо, но для того, чтобы быть тренером, да, это представь себе, ты будешь работать с большой командой, с другими людьми, которых надо убедить и иногда, может быть, заставить что-то делать. Вот как ты думаешь, у тебя получится? Вот есть такой опыт общения, допустим, вот убедить в чем-то, чтобы за тобой пошли? Наверное. Точно не знаю, но может и. А как-то вообще вот ты ребят своих там друзей чем-то вот увлекал? То есть ты можешь организовать хотя бы там 3 человек, 5 человек на какое-то хорошее дело? Ну, не знаю. Может. Можешь, да? А что это было за дело?
там по футболу в нашем селе. Играли против соседней команды села. Вот, молодец. Видишь, как, то есть команду ты уже можешь организовать. Хорошо. Чего бы хотелось в жизни достичь, добиться? Не знаю, чего-то высшего. Выше, чем что? Чтобы на кого-то выучиться, або профессию какую-то добыть. Ну, какая-то профессия, это, знаешь, это так, вот это совсем не конкретно. Чего-то же ты хочешь, да, тебе 15 лет, то есть ты, какая-то цель у тебя есть? Да, когда выучусь, пойти на повара, кондитера. Так, все на повара-кондитера хотят, понятно, хорошо. А семья, вот какая должна быть семья вообще у человека для того, чтобы он был счастлив и вокруг него люди были счастливы? Не знаю, добро. Чтобы понимать друг друга. Какую бы ты хотел семью? Добрую, чтобы понимали, помогали в трудную минуту, что-то подсказали, может, чем-то помогли, чтобы... Это те люди, с которыми ты будешь, да? Это вот твоя семья, твои близкие люди. А что требуется от тебя в этом случае? Не знаю, будь послушным. Не баловаться. А такие вот, может быть, более взрослые качества в семье должны быть какими? С твоей стороны? Помогать там что-то. Уважать, чтобы доверять, чтобы проблем не было там. Любить друг друга в семье обязательно? Да. А уважать? Да. Уважать должны только дети родителей или родители детей тоже? Родители детей должны уважать тоже.